Привет. Мы вышли подышать на улицу. Да, два дня не выходил. Что-то приболел немного каким-то индусским вирусом. Но походу это а-ля переходный этот. Акклиматизация. Да. Так что, что-то меня два дня, ну не сильно шок, но такое. А, ну а я так, на 50-50. А-а-а. Такое ощущение, что сейчас куда-нибудь холодное ногу поставишь, и вот сразу он укусит. Пока еще придерживается там где-то. На грани пола, так сказать. Да. Я пока тоже не рисковала выходить на парик. Да, пару дней пропустили, но ничего, соберемся силами по новой. Да. Надо же все-таки пройти хоть чуть-чуть немного. Пока зато в это время вон, занимаемся роликами, чтобы все тебе показать. Подгружаем их, они очень долго грузятся. О, это отдельная история. Да, же отдельная сим-карта для этого дела и то. Отдельные часы для этого дела. Часы, телефон, сим-карта, все отдельное. И то вон взяли Mac, идем к нашему уже здесь местному другу на Wi-Fi. Потому что видос не загружается все никак. Здесь уже вон движ. Все гуляют. И интернет снова упал. Так что такие рады, такие мелочи жизни, как взять посмотреть фильм онлайн, его надо продумывать. Это уже момент тебе не раз. Это уже надо как-то обдумывать, когда, что и почему. Да. И сколько у тебя еще графика останется на день. Короче, весело. Да, у них тут своя система интернета, я не знаю, как это, короче. Я уже привык в нормальных странах, что безлимитная и понеслась. Звони, делай, что хочешь. Да, один раз оплатил, а тут нигде нет. Должен быть свой прикол. Ну вот, приучаемся в местном реале. Да, ну что, мой друг, мы все покажем. Мы делаем для этого все возможное. Начинаем это в 7 утра, чтобы максимально успевала подгрузиться. Прям движение, движение. В общем, мы пошли грузить дальше видосы. На связи. Процесс идет. Сидим, ждем под загрузкой. Обновляемся телефоном. Есть, как раз. А, есть? Онлайн. Выскочил. Все, сейчас еще один видосик. Далее. Оп. Открытый доступ. Всем. Все, ушел. Сидим вот в магазине у Баларама. У него тут всяких штучек. Всяких. Короче, смотреть. Не пересмотреть, не рассмотреть. Вот это делов-то всяких. О, даже зеркальце. В общем, еще понимать бы до конца, что все, что это значит. Но я думаю, как-нибудь я все-таки разберусь. Гуляния вообще не прекращаются. Сделали часть работы, Mac разрядился, пауэрбанк тоже. Идем обратно домой заниматься монтажом, продолжать. Вот так вот здесь. Никаких правил дорожнего движения. Кто как хочет, так и ездит. Да, самое главное, здесь нету криков, истерики. Никто ни на кого не злится. И все как-то спокойно разъезжаются. Вот как неудивительно. Это вот этот хаос, но этот хаос как-то работает. А не то, что у нас там телек едет, блядь, только слышишь. И видишь, друг дружку кто-то дрючит.
Так что как-то здесь поиначе все работает и работает. Наверное, бургеры возьмем и пойдем домой кушать. Тут такой движ. Так, проветрились, прогулялись. И нужно дальше делами заниматься. Да, мать? Обязательно. Все для тебя. Стараемся. Так что давай там. Жми лайк, что там. Даже это дело не в лайке. Ты смотри, вникай. И делай выводы для себя. Вот что самое главное. А лайки это уже 5-10, не важно. Самое главное, чтобы ты менял. Нет, так дело в том, что лайк даже это не для нас. Лайк это для алгоритмов YouTube, чтобы еще люди увидели тоже. А, ну в таком плане да. Давай. Да, в таком плане да. А так это по большому счету в любом случае как служение и как бы здесь... Результат, он как бы, ну, желателен, но этот смысл не результат, а само действие. А там уже как сверху, так и будет. Нормально. Так, полная рикша. Они здесь все полные, битком. Нагруженные, как ослы. Вьючные животные. Да. Тут надо все время следить за тем, чтобы тебя нигде там сзади, сбоку, спереди не треснули. А, не дремли, не спи. А что это? А где наш тут местяк с едой? О, вон, смотрите, люди, рикши все садятся на ходу, на выезде, на... Короче, я не знаю, как это так происходит. Опа! Едешь или не едешь? О, а я хочу развернуться. Вот так вот. Дети за рулем. Да, давай. Вот. Что, 2 чизбургера? Да. Да. Чизбургер, да? Они тут немного иначе его понимают, что такое чизбургер. Ай! Туэй, чизбургер. Это картошку, да? Это фрайс. Это фрайс. No fries? Why not? А? Finish? Ой, finish. What you have? Нет, ну не больше нет. Это без картофана. Что, без картофана? Может, одни момос? Один, или не надо? Ой, нет, ну хотя и мало будет. Давай один момос. Как всегда кажется, что будет мало. Ну надо один момос. Все, идем один момос еще брать. 10. Там готовят момос. Мак помещается в сумочку. Ты видишь, как я подбираю? Опа! И мак собак. Движение по полной. Я бы раньше была в большом шоке. Ты заказал момос? Ну, сейчас. Они пока это приготовят, и момос. Вон полицейские ходят. Какая форма у них интересная? Зеленая, да? Но все равно она посветлее. Здесь, когда даже жарко, это не так будет жарко в этой форме. Не то, что наши полностью в черном. Ну да, темно-синяя такая. И поэтому и такие злые, как собаки. Ну да, им жарко же становится. Ну, выдали. И что, кстати, тоже примечательно. Все полицейские, практически все, без оружия. То есть оружия здесь не надо. Они и так понимают, что кто это и что это, и вот и оружием здесь не надо. А у нас, если он будет без оружия в Израиле, это вообще смешно будет. Так что вот тоже совсем другое отношение к ментам, так сказать, и вот взаимоотношения между народом и правоохранительными органами. Вот так вот. Учитесь. Ну да. Здесь попроще в разы, попроще все эти дела.
А у нас тут в камеру заглядывают. Ну да. Местные приставалы. Вот, так что ждем покушать. И не надо, получается, вот это водиться, с воды их вытаскивать, а не на пару килограмм. Вот так вот. Вегетарианские пельменчики. Момос. Вон они на пару постоянно греются. Пельменчики, и там пельменчики. По степени готовности, видать, они их перекидывают, и не надо их в воде, получается. Вот хитро, да, вот на парону, получается. Раз, и делаешь, и все. А тем более, если ты их овощные делаешь, так их полоскать что там будет. Ну да, их варить не надо долго. Ну, вообще. Вот так вот, продуманные тосы. Да. А то уперлись в свои пельмени с мясом и все. Я не спорю, они были вкуснейшие. Да, но сейчас уже как-то двигается. Да. Двигается это дело уже, да, с вегетарианцем, с веганцем. Почему же нельзя? Причем здесь момос есть как с овощами, так и с сыром. Праздники всякие. Да. Очень даже вкусненькие. Уже в ожидании чуда. Чтобы разбавить местную кухню, потому что нет, тут можно сдохнуть от этих пряностей. Момосы, малютки. Вилка. Момосы. Ну, мы самокат. Машина. Востренькая. Ну? Ну, не знаю, там, по-моему, сильно остренькая. Ну, да, там и выглядит такое. Но! Мы же в Индии. Кстати, вот эта приправа похожа, на, как на пиццу, не вот это вот? Да будет узнать, что ничем они не посыпают это дело. Вот оцените, какой бургер, какая клетка, сыр, там помидорки. Так вот. И без мяса. А я сегодня никак не налюбуюсь. Наш пельмень. Вот реально, да? Что, бургер? Вкусный сегодня прям вообще. Но вот этот у них другой. У них вот этот вот что-то не... У них, по-моему, шницель тирос, нет? Угу. Ну, какая-то котлетка вкусная, еще сыр будет. Угу. И он не больше тостом пахнет. Угу.
сделаем ставку. Через сколько времени я поправлюсь? Делаем ставки, через сколько времени я похудею. Я верю, она худеет. Она жрет, я тут съем. Что так вот? Это же хорошо, когда у тебя женщина красивая. Конечно. Всегда молодая и стройная. Угу. Я же против. Мы здесь заехали, и здесь семья, которая живет, и Туласи, и ее дочка Кришнаприя, они думали, что мне 19 лет. Мне уже 27 годиков. Серега, педофил. Ноша. Ой, а самому-то что далеко, всего-то на 9 лет. Старше по паспорту, а так-то выглядишь на сколько? На сколько вы? Это если бы они знали, что тебе 37 и думали, что мне 19, тогда уже такой себе вопросик. А сколько они думали, что они? Ну, мы тебя никто не разговаривает. Ну, все равно у меня борода. Борода тебе накидывает. Что сейчас тебя побрей, 25-ка свистит. Вот так вот. Вечно молодой, вечно пьяный. Можно же из овощей делать еду. Все вон живы, здоровы, весь Вриндаван, вся Индия. Да, не все худые, как дрыщи. Есть нормальные там. Так кто? Так они здесь и не худые, как дрыщи, они здесь нормально выглядят. У большинства и пузики как бы такие подкушенные. Кушают только овощи. И много-много-много специй, спайси. No spicy Индия. А, ну все равно. Тушеные овощи, свежие овощи, это разные овощи. Понятно. Едят тушеные овощи. Это же не жареные, вот именно тушеные несут, правильно? Если бы было все жареное, да, как я не знаю, как в Америке, да, фастфуд там едят постоянно вот это, в масле и так далее, то здесь тоже есть фастфуд. Они здесь, ну, так сказать, наверное, просто спортом не занимаются, вот так. То есть если бы они занимались спортом, как положено, там, как, сколько нужно телу для тонуса, у них даже бы этих и животиков не было. Да, ну это здесь и считается хорошо, что у тебя животик есть. Ну да. Значит, ты не бедный, хорошо кушаешь. Угу. Или не бледнолицый, приезжают дрыщи. Слушай, вот картошечки были пожарить, а? Не, ну я же этот фрайс. Ну куда фрайс? А наши картошечки? А-а-а. А? За грибочками? Ну. Вот чисто вот так вот, знаешь, такую противень сделать большую. И туда чисто картофана и грибов. Вот жесть, вот они бы здесь попутали, а? Ну да. Ну вот так вот, тупо картошка, грибы и большой чан на. Еще можно туда петрушки летать. Обычно хорошо. Да. Масали не предлагаем, здесь не едят.
с луком тоже. Здесь есть где можно, но это тоже считается там масличная пища. Лук, чеснок. Если взять количество специй и количество перца, то я уже не знаю, что более это масичное обычно. Нет, это раджас. А, ну да, это раджас. Это раджас. В таком количестве это уже недалеко от тамаса, в таком количестве. Все, что перебор, все в тамас. Да, оба. Рады-рады. Рады-рады. Да, мне прям совершенно не нравится. Ну. Так, вот вегетарианский хинкали. Ты что, оскорбляешь хинкали? Тебе какой сейчас грузин, блин, на тебя бросился с ножом. Ты кого хинкали назвал? Ты что сделал? Все. Все, было очень вкусно. Дело сделано. Нужно дальше.